Вот мне позвонили, я сразу помог. Ну, у человека наклониться не может, встать не может. Ну, вообще ужас какой-то. А раньше ходил там по 15 километров, а сейчас не может. Седалищный нерв. Это я для него сейчас делаю ролик, чтобы он еще раз потом посмотрел. Седалищный нерв. И невропатолог сказал, надо диклофенат колоть туда-сюда. Очень много там чего надо делать. Я ему разом сказал, насколько можешь, встань, пожалуйста. Он встал, насколько может. И говорит, вот уже боль, отдает в пятку, стреляет. Я говорю, наклонись немножко. Найди точку наклона, где вообще боли нету. Он искал, вот так, нашел, говорит, так не болит. Я говорю, вот так, ищи точку наклона или лежа, позу эмбриона, где вообще боли нету, чтобы полминуты вообще не болело. И вот так, когда ты находишь, у тебя через день-два вообще все отпустит, потому что в этой точке, где боли никакой нет, это у нас называется зеленая зона. Спазмы все снимаются, и седалищный нерв отпустит, или там плечо, или что, ищите точку, где вообще боли никакой нету в положении. И вот я удивляюсь, почему? Потому что мне удается помочь любому человеку буквально за 5 минут при любых проблемах. А почему я это додумался только в 72 года? Почему я не мог придумать, как Христос, например, в 33 года, или Будда, когда он придумал нирвану? Ну, конечно, потому что я не Христос и не Будда. Естественно. Но я вам сказал полезное. До встречи.